Тетушка Дарья, а вы уверены, что оно им веснушки понравится? Ну, конечно, ты же так старалась. Да, да я бы так хорошо не справилась бы без вас. Правда? Ой, а вот и ребята. Всем добрый вечер. Здравствуйте, мальчики и девочки. У Веснушки скоро день рождения, и мы решили ей в подарок сшить платье. Да. А тетушка Дарья принесла ей бантики в подарок. Вот. Угу. Шунь. Да. А я тут подумала, а вдруг Веснушке это платье будет не по размеру? Ну, тогда надо срочно его померить. Да, но... Понимаешь, мы тогда испортим сюрприз. Веснушка ведь его увидит. Да. Жалко, что у меня размер меньше. У Зубка такой же! Шуня, ты гений! Я пошла за Зубком. Да, он никогда не согласится. Проходи, проходи, Зубочек, не стесняйся. Ну, я ничего не сделала. Это Коксик, он меня уговорил снежками в дверь кидать. Мы соревнования устроили по меткости, да. Я не виноват, что Лёша именно во время соревнований решил из дома выйти. Погоди, погоди, какие еще соревнования? Ну, как какие? А разве вы не за них меня того? Ну, об этом мы поговорим позже. Не, лучше не надо. Дело в том, что мы решили на тебя платье померить. Вот. Чего? Да я лучше... Весь снег во дворе разгребу, чем буду тут это позориться. Да погоди ты, Зубок, не кипятись. Ты просто один раз померяешь и все. А сколько ты добрых дел сразу сделаешь? Сколько? Ну, во-первых, выручишь нас, раз. Веснушку порадуешь, два. Ну, а если еще и бантики примеришь, то сразу три. Да? Ну, ладно. Давайте свое платье. Я доброе дело сделать всегда рад. А тем более целых три. Да. Ну и где этот Зубок? Надеюсь, он не сбежал. А вот и я. Ну, как вам, а? Ой, а по-моему, идеально. Ой. Не знала, что эти платья так трудно надевать. Ну ничего, привыкнешь. Как это? А, ой, извини, я забыла, что ты мальчик. Что? То есть, я не забыла, что ты мальчик, я забыла, что ты платье не носишь. А? То есть, ну я думаю, ты все понял. Извини, Шунь, но я ничего не понял. Ну это не очень важно, я просто немножко запуталась. Очень непривычно, когда ты в платье. Ну да, тогда ладно. Тетушка Дарья, Шуня, ой, вы знаете, какой подарок енот Веснушке? Это кто? Ой, это принцесса Зубильда. Что? Никакая не принцесса. О, то есть никакой я не принцесса. Я просто помогаю тетке Дарье Шуне. Развлекаешь их, да? Что? Вовсе нет. Ой, с тобой все в порядке? Да, конечно. Ой, ты уверен, да? Коксик, как не стыдно. А чего он в женском платье ходит? Между прочим, он нам помогает. Что? Правда, что ли? Да. Да. А без его помощи мы бы не справились. А сюрприз для Веснушки был бы испорчен. Честно-честно? Ну, конечно. И заметь, Коксик, это очень мужественный и смелый поступок. Что? Вот это мужественный? Вот именно. Он не побоялся чужих насмешек и сделал доброе дело, несмотря на то, что, как бы это сказать, выглядел немного забавно. Вот видишь, я был прав. Ой, ну прости, Зубок, что я над тобой смеялся. Ну, ладно, прощаю. А можно я вам тоже помогу? У меня ведь рыжая шерсть, и бантики можно на мне померить. О! Точно. К
Кстати, можно посмотреть, подойдут ли они веснушки по цвету. Так. Оп. Ух ты. Ну как? Ой, тебе идет принцесса Коксили. И тебе тоже, Зубильдочка, дорогая. Красиво. Коксик и Зубок, большое вам спасибо, что померили. Да ну, не за что. Как я рада, что все так хорошо закончилось. Так, а мне кажется, мы заговорились, а нам еще упаковывать подарок надо. Да, и нужно попрощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели уже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья. Скажем